think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. С подключением! Смотрите, какой замечательный автомобиль Hyundai Santa Fe. Спасибо дилеру Евразия Плюс за то, что предоставили эту машину. Тачка прикольно выглядит. Выглядит прикольно, потому что ее рисовали немцы и бельгийцы. Петер Шрайер был главным дизайнером, шеф-дизайнером группы компании Hyundai. Hyundai, правильно, кстати, это очень важно для корейцев, потому что Hyundai это означает кое-что другое. Правильно, именно Hyundai. Ну а люк Донкервольке теперь заменяет Петера Шрайера на посту главного дизайнера. Соответственно, весь опыт, который у них был в концерне VAG, в Audi, в Porsche, в Volkswagen, они перенесли на Hyundai Group. То же самое касается, собственно, и Kia. Итак, что же люк Донкервольке нам сделал? Это, кстати, тот человек, который рисовал Bugatti Veyron, Lamborghini Murcielago, Aventador. Вы понимаете, какие родословные у дизайнера этого автомобиля? Очень здорово выглядит вот эта вот оптика. На самом деле это не фары. Фары находятся у нас здесь. Линзы здесь у нас находятся. Здесь у нас только габариты и дневные ходовые огни. Но если вы любите попонтоваться, можно включить просто габариты, дневные ходовые огни и ехать ночью так. Плюс включить еще дополнительно туманочки, аж три секции света. Выглядит очень-очень классно, здорово ночью. Собственно, что, господа, у нас под капотом 2.4 GDI, рядная четверка, поперечная расположенная. Самое главное, она цепная, за счет этого она, естественно, очень-очень даже и надежная. Мотор у нас не высоко теплонагруженный, как это теперь делают немцы. Температура двигателя примерно 78-79 градусов. Я думаю, за счет этого двигатель будет дольше служить и не будет задиров, как у немецких автомобилей. Ну и к дополнению к надежности силового агрегата установили масляные форсунки, которые увеличивают срок службы двигателя. Давайте быстренько скинем крышечку. Крышечку не буду я кидать. А это у нас 2,4 литра. Если честно, маловато. Маловато. Маловато! Хочется чуть-чуть больше. И чуть-чуть больше может дать нам 2,2 литра дизель. Это 200 лошадей. А лучше всего, если вы все-таки задумались купить себе Hyundai Santa Fe, посмотреть на бензиновый агрегат. 3,5 литра, 249 коней, 7,8 до сотни едет это 3,5. Будет вот именно самое то для этого автомобиля, и расход будет меньше. И у нас здесь полный привод, подключаемый. Обычно тянет ведущая. Ведущая у нас ось передняя и подключает заднюю. Мы дальше расскажем, как это все выглядит. Багажник у нас открывается, автоматически поднимается. Запаска у нас находится снизу. Тяжело будет немного менять колесо. Неудобство будет. Но для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы можно было посадить назад своих ребятишек, либо родственников, которые слишком много ворчат, и вы не хотите, чтобы они вам мешали. И крутостью заднего ряда сидений является то, что Hyundai не забыл про самых крайних своих пассажиров. Здесь есть система климата-контроля. То есть вот она у нас находится здесь. Можно управлять, естественно, находятся подстаканники. Можно сложить средний ряд сидений с помощью кнопок. Делать все это электрически. Но поднимать, естественно, придется механически, вручную.
Здесь вот есть такая полка для хранения любой мелочи. Находится домкрат, здесь аптечка, трос, ну то есть все, что нужно. Вещи первой необходимости для любого владельца этого автомобиля. С помощью кнопки. Это магия какая-то. А также все это можно сделать с помощью ключика. Прежде чем попасть в салон автомобиля, я когда открыл дверь этого Hyundai, я был удивлен тому, как корейцы постарались. Ну, действительно постарались. И меня очень сильно впечатлила вот эта вот решетка на дверной карте. Смотрите, как она необычно выглядит. Казалось бы, просто игра дизайнера, она сразу же привлекла мое внимание. Не знаю почему. Никогда не являлся поклонником корейского автопрома, но вот что-то они сделали интересное, и меня аж это как-то впечатлило, действительно. Еще нельзя, как сказать, не отметить, наверное, то, что пороги у нас защищены, и при посадке, естественно, ваши задние части ног не замараются. Ну и по салону, если быстро пробежаться, это Hyundai. Здесь очень много кнопочек, и о кнопочках всегда нужно говорить в этих автомобилях, потому что вы можете про кнопочки не говорить в Lamborghini, вы можете про кнопочки не говорить в Bentley, вы про кнопочки можете не говорить в Rolls-Royce и в люксовых автомобилях BMW, Audi, естественно же Mercedes S-класса. Но в общепотребительских автомобилях, в общепотребительском сегменте про кнопочки нужно говорить, потому что люди обращают на это внимание, автомобиль стал неким подобием гаджетов, и про это нужно говорить. Здесь есть даже вентиляция сидений, которая, я отмечу, работает очень шустро-быстро, выдувает так настолько, что ножки начинают аж замерзать. Подогрев руля, ну этим, конечно же, сегодня не удивишь, очень много опций, вплоть до возможности установки проекции на стекло. Все, что есть в современных премиальных бизнес-класс автомобилях, здесь это все тоже опционально возможно установить. Опять же, заметь, она нужна, если ты, короче, ездил на Mercedes, BMW, Audi, вот, сел сюда, она тебе пипец как нужна, потому что всех этих мелочей, их очень сильно не хватает, когда ты садишься с автомобиля премиальной марки на простые машины. И она, в принципе, тебе не нужна, если ты ездил, ну, на девасике. Так, причем мы сейчас двигаемся в смарт-режиме, это смешанный режим, всего у нас их 4, получается, вот этот вот смешанный, комфортный режим, эко-режим и спорт-режим. Действительно меня радует, что подсветка меняется на дисплее, если даже просто надоела одна и та же подсветка дисплея, вот она зеленая, раздражает вас, ты можешь поменять ее на синий, на зеленый, соответственно, вместе с режимом меняется. Очень хорошо проработанная мультимедиа-система, она, я как понимаю, на Android. Соответственно, можно настроить пару через Android Auto и Apple CarPlay. Все воткнули такое, то, что нужно прям людям. И быстрая зарядка через USB, и розетка 12 вольт, и просто USB, чтобы подключить флешку, и просто AUX, и множество разных полок, и даже есть, возможно, установка специального беспроводной зарядки смартфона. Полок настолько много, что если у тебя есть шапка, и ты ездишь зимой, Там все шапки, то вот ты можешь шапку положить в специальное место сюда. Если о минусах говорить, то есть такие минусы, что сэкономил Hyundai там, где незаметно бы казалось, но вот они есть. Это вот если мы откроем дверь, и расстояние между кузовом и крылом у нас, ну вот, ну, с два кулака, наверное, и вот это закрыто какой-то, я не знаю, какой-то пленкой закрыто. Ну, то есть что это? Зачем это было сделано? 2,4 бензина, как я сказал, недостаточно. Кушает он настолько много, как мне кажется. Вот мы двигаемся в среднем режиме, это по городскому, в городе, вернее, 15 литров, 15,5, даже точно, давайте скажем. За 41 километр сегодня мы съели 15,5 литров. Это много. Бензин 3,5 съест либо столько же, либо меньше. А кожа, я так понимаю, что это эко-кожа, естественно, не настоящая, наверное, кожа, потому что уже пробег у автомобиля 9,5 тысяч, и имеются маленькие-маленькие заломчики. Ну, заломы не назову, но заломчики прям точно есть. То есть как-то что будет через 50-100 тысяч? Вопрос, естественно. Я думаю, да, что на FOPDA стопудово уже есть мануал, как ломануть этот Android, короче, и поставить сюда Marketplace, чтобы можно было играть в игрульки. Ну да, вот можно в Tetris играть или в Arkanoid.
А в «Газели» можно играть в «Тетрис»? «Газели»? Да, там маленький зеленый монохромный дисплей, и там нужно сделать несколько манипуляций, там кнопки нажимать, и там появляется «Тетрис», и можно играть в «Газели» в «Тетрис». Вот так вот. Эту машину, возможно, меньше будут замечать на дорогах. Возможно, вы не будете самым громким на районе. Возможно, вы не будете самым быстрым на дороге. Но эта машина — идеальное соотношение цены и качества. И за эти деньги, вплоть до самого последнего рубля, она стоит. Плюс это то, что машина для повседневной езды. Вышел, сел, поехал без каких-либо заморочек. Шестиступенчатый автомат на 2.4 бензиновом агрегате и восьмиступенчатый автомат на 2.2 дизель и 3.5 бензин HV6. Автоматы простые, надежные, никаких проблем с ними не будет. Уже отработана вся система. О, мы приехали! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really... Первым делом самолеты. Ну а паркетник или кроссовер нужно загнать обязательно в небольшое внедорожье, потому что этот автомобиль, он же все-таки у нас имеет полный привод и большой клиренс, соответственно, за грибами вы в лес точно поедете на нем. И нужно понять, что он может. Но, соответственно, у нас не обычный летний денек, а зима. Нужно понять, что может этот автомобиль зимой. Итак, у нас небольшой уже спуск. Это уже сразу же становится какой-то преградой для этого автомобиля. Потому что это неполноценный внедорожник. Надо быстрее ходом проходить, я так думаю. Но справимся мы здесь на раз-два, конечно, со всем этим делом. Со спуском мы справились. Теперь у нас дальше больше. Первый заезд мы делаем с разгона, ну, с небольшого разгона, накатом, и будем преодолевать наш подъем. Потом подъедем поближе и посмотрим, что сможет, что не сможет. Здесь у нас есть помощь при спуске, не знаю, потом попробуем воспользоваться этой функцией. Вот, едем мы накатом, такая горка, седаны здесь спокойно заезжают. Нет, надо было скорость выше держать. Слишком маленькую скорость начал набирать, поэтому не получилось. Так, ну хорошо, скорость сейчас возьмем побольше. Я не знаю, что... Так, набираем скорость больше. Закрылки 15 градусов. Скорость, отрыв. Давай. Ну, забрались. С разгона забрались. Я думаю, если мы подъедем ближе, это будет немного опрометчиво, и мы не заберемся. Но, по крайней мере, с разгона этот автомобиль смог забраться. Это уже хорошо. И от кустика попробуем забраться. А, давайте! Нет, слишком быстро, близко подъехали. Получается, к сожалению, не получается от этого кустика заехать. Ну что, давайте отъедем подальше от кустика, где-то вот на пол корпуса хотя бы, и попробуем отсюда заехать. Набираем ход. Ну вот прям набирали мы ход, аж гребет весь автомобиль, но в самом конце вытянули. Диагоналочку надо. Да. Теперь следующий наш тест в нашем оффроуд внедорожье. Поедем на диагоналку. Мы сейчас так забуксуем, если будем медленно сюда подниматься. Да. Поэтому нужно с разгона заезжать сюда.
не задавить бы Артема. Надо учесть самый главный фактор. У нас сейчас резина Nokian, но эхокапеллита, но не шипованная. Получается. Мать его за ногу. Это все-таки не внедорожник. Выключаем ESP. Антипробуксовочная система отключена. Полный привод выключен. Полный привод включен. Но до этого машина, когда поднималась, крутились и переднее, и заднее колесо. То есть сейчас мы принудительно все сделали. Посмотрим, должно получиться. Да! Просто нужно уметь ездить на этом автомобиле. Это же кнопочная машина. Да, я забыл, что это кнопочный автомобиль. И здесь нужно именно уметь управлять этим автомобилем. Воу-воу-воу! Не гребет на диагоналку этот автомобиль. Все, замечательно вывесили, да? Еще одна попытка нашей диагоналки. Потихонечку спускаемся. Благо клиренс большой автомобиля, за бампера можно сильно не переживать. Ну, как говорят некоторые владельцы этого автомобиля, которые уже владеют этой машиной, что диагоналку ей очень тяжело проходить, несмотря на эту систему H-Track. Я хочу доказать обратное, что все-таки может этот Hyundai пройти диагоналку. Будем надеяться и пробовать. Нет, я уже чувствую, что мы не заедем. Давай, есть! Сработало! Ну что, я могу с полной уверенностью заявить, что этот автомобиль справился с диагоналкой. С диагоналкой, пускай не с первого раза, но у нас это получилось. Я думаю, что здесь больше решает навык и опыт вождения автомобиля, нежели его способности. Сейчас этот автомобиль доказал, что он может подняться и сделать диагоналку. Пускай с небольшого разгончика, небольшого, но он смог. Заключительная возможность побить этот подъем от кустика. Мы заблокировали полный привод с подключаем на принудительный, нажав лок на панели. Отключили ESP и попробуем сейчас забраться. Есть! Ну, собственно, тест мы провели по дорожному покрытию. Дорогу она, в принципе, неплохо держит. Мы покатались по горкам, заехали на диагоналочку, вывезли с большим усилием, вывезли эту диагоналку и решили загнать, конечно, в поле наш автомобиль, потому что понадеялись все-таки на этот полный привод, но... К сожалению, и к тому, что еще и резина у нас липучка, а не шипы, хотя ничего это и бы не решило, засели передней частью, выбраться совершенно никак мы не можем. Травление колес, я думаю, здесь ничего вообще не даст, никак не решит, потому что мы, в принципе, передней частью уже на брюхе. Поэтому, если мы ставим колеса, машина еще будет ниже, и вряд ли у нее сцепляющие свойства появятся и станут лучше. Сейчас ждем помощь. Да, мы глупые идиоты, я не отрицаю. И глядя на этот тест, вы должны понимать, в какие условия на этой машине можно заехать, а в какие условия заезжать нельзя. С вами был канал Технолог. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Большое спасибо компании Евразия за то, что предоставили нам этот Hyundai Santa Fe. Машина приятно удивила. Всего доброго и удачи!